Ну что, сегодня громко случилось, у нас что-то случилось, Дерек весь опухший. Сейчас мы едем в клинику. Да, переносицу разнесло у нас, конечно. Дерунька. Дерунька. Укололи дексаметазон. Ты с опухшим хлебалом. Пошли. Да, ну и ряха у вас, мистер Дерек. Пошли, да. Дерек, а ну посмотри на папку. Нет, меньше чуть-чуть. Внезапно, то есть что-то, может, съела что-то. Не ел, еще ничего не ел. Может, укусила, но я не видела, где и что. Ну, он дома же сидел, что дома? Он сидел дома. Но тут это уже чуть уменьшилось, вот такое. Я помню. Но тут еще заметно. Да, я прибежала, потому что я поняла, что дексаметазона может быть недостаточно. Внутримышечно надо 1 мл. Внутримышечно. Ну, сейчас еще. Фу, как меня надо колоть, у меня. Это ужас. Вот такое вот было. Это. Что случилось? Ты один только знаешь правду. Глуховато-то не понесет. Что? Дыхание, в принципе. Чуть-чуть жестковатое, но в принципе ничего такого. Он задыхался. Да нет. Задыхался, потому что это тепло. Отечная гортань. Незначительно. Да, здесь тоже. Может, немножко отечно. Выдох. Не страшно же помню. Сейчас я запустичка. Так, а не алерон затолкала в пасть ему. Давай, ну не сильно тогда много, хорошо. Да, все хорошо. Тут он 40 кг? Нет, он 50. Да, он. Значит, смотрите, алерон еще подойдет у меня 4. Посмотрите дома, это может быть какой-нибудь паучок. А может быть что-то. У меня квартира, а не частный дом. Я не могу понять вообще просто, у нас ничего не лазит. Ну, ну может, окна открытые были, может, сетки у нас. Сетки. Да, сетки вот от пластиковых окон. Я не могу вообще. Может, какой-то газетаран какой-то. Освежитель воздуха. Вы знаете, в чем я подозреваю? Может быть, действительно у него какой-то сезонный поленос начался, потому что он подчистил последние дни. И я алерон давала, а вчера не дала. Я не могу там. Дома что-то должно быть новое появилось. Может, какой-то там, говорю, порошок там. Может быть, это дед привез брызганную черешню или вишню. Ну, папа, узнаете, да, может, что-то, какой-то фактор вы не учитываете. Это может быть какой-то, то есть спрей, которым разбрызгивают, то есть тоже новые там духи, дезодорант и так далее. Так. Я сама люблю очень отношусь к этому. Зай, все, ну что такое? Вай. Больно тебе? Нет, да, он даже не хочет. Да, конечно. Вот, значит, смотрите, по большому счету, говорю, алерон по плете, говорю, несколько дней, по большому счету, раз в день достаточно по одной таблеточке. Вот, дня 4-5. Ну, собственно говоря, все. И ищите аллерген, то есть ищите, что это могло быть. Хорошо, дексаметазон 1 мл достаточно? Да, достаточно. Раз начало интенсивно спадать, да, это начало. Вполне достаточно. То есть дексаметазон у него лекарство, как любой гормональный. Да, это понятно. То понятно, он свои противоположные действия ведет. Ну, 1-2 раза в день там, то есть один раз в день там пару-тройку дней взять, это не катастрофа, конечно. Нет, ну вообще-то лучше. Если признаков отечности нет, то лучше уклонить. Хорошо, спасибо. То есть пока можно не переживать. Да. То есть если уже пошло на спад вот это вот, то есть пошло на спад, пошла. Вообще вот такой был. Все, спасибо вам большое. Спасибо, девочки. До свидания. Что тут? Цикавым пахнет. Дерунья. 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 Пошли.
Что, сказали, будет жить? Привет, привет, Дерка. Ну что, мордаха, а ну покажи. Стой, не прыгай. Нет, чуть-чуть еще держится еще. Все, пришел, упал и спит, да? Да. Дерка, что случилось? Ты можешь объяснить человеческим языком? Я не знаю. Малыш, малыш, тебя что, укусил кто-то? А ну покажи свою мордочку. Ну там что-то пахнет. Да. Дорунька. Да. Подними мордочку. Ну покажи свою. Не, ну уже лучше, конечно. Уже, ну на ощупь чувствуется, конечно, но уже лучше. Вот тут вот большая еще. Вот прям чувствуется. Ну уже лучше. Да, что же это такое на тебя? Ну, решил побить, побыть шарпи. А пишет уже хорошо? Да, даже поел. А усол? Да.